Всем большой привет! Хочу снять свою заключительную серию из трилогии моих украшений. В первой части я показывала браслеты и колечки, во второй я показывала все свои подвески и бусы, и в этой покажу сережки и комплекты. Хочу снова вам всем поддакнуть, что да, у меня бижутерии много, она недорогая, копилась она не за один год, и плюс я говорила, что работала, продавала бижутерию, много у меня просто осталось. Выкидывать я ее не планирую, но пусть у меня она будет, как-нибудь в 70 лет достану свой сундук сокровищ и буду перебирать и вспоминать свою молодость. Поэтому всем, кому интересно посмотреть на такие недорогие побрякушки, прошу оставаться со мной. Писать неплохие комментарии снова прошу, не надо. Это мое, мне нравится, мне комфортно, пусть будет. Буду показывать по-быстрому, потому что у меня всего этого много. Часть сережек я уже показывала, когда они шли там с комплектами. Так, первые. Очень люблю их. Они, так знаете, сделаны как необработанный металл. Немножко в индийской тематике. Очень их люблю. Вот эти вот. Очень люблю. Сейчас покажу, какие. Вот такая вот, когда серия идет разных, как это сказать, ну, типа медалик, что ли, вот такие вот оригинальные сережки. Так, сейчас еще одни покажу. Вот тоже, видите, они так идут, как монетки, что ли, как медальки. Вот это вот мне очень нравится. Такие красивые. Так, еще в этой же тематике вот такие. Вот они две. И еще одна. Эти я заказывала на Алиэкспресс. У них были еще бархатные такие, ну чего-то тут еще добавлены, и бархатные банты. Мне банты эти не понравились, я их просто убрала, удалила. Так, тут почему-то у меня одна еще сережка осталась. Я вот из этой коробочки доставала. Так, ну пусть ладно стоит, потом найду, покажу остальные. Следующую коробочку сейчас мы с вами разберем. Давайте я вам ее для красоты тоже вот так поставлю. Тоже в Китае заказывала. Знаете, они как гранит такие, интересные камушки. Это гвоздики. Я не очень люблю гвоздики, вы это убедитесь, потому что у меня их не так и много будет. Вот эти серьги мне присылала совсем недавно Танюшка из Тюмени. Танюш, спасибо тебе. Ношу с огромным удовольствием. Очень они мне нравятся. Я висюльки люблю. Я уже много раз об этом говорила. Прямо вау, как люблю. Еще одни висюльки. Я показывала. Ну, часто вы видите у меня вот это колечко в роликах. И вот такие сережки к нему. Вот. Они позолота. Еще одни тоже позолота. И снова висюльки. Вот такие интересные. Камушек не помню, кажется, хрусталь. Могу ошибаться. Так, из серии со стразами тоже гвоздики. Вот такой красивый. Так как вот так. Люблю такую красоту. Летом смотрятся они очень красиво. Сама делала. Сейчас покажу. Отдельно покупала вот такие шпензы. Отдельно вот такие. Как это называется? Ну, уже готовы вот из полимерной глины в Китае. Вот такие вот штучки. Сделала. Ну, ношу иногда. Не часто, но ношу. Леночка Никандрова мне присылала вот такие сережки. Огромное ей спасибо. Леночка, и привет тебе большой. У меня было куплено вот такое Avon колечко. И от Avon вот такие сережки мне прислала Лена. За что ей огромнейшее спасибо, потому что я их ношу в комплекте. Прям очень нравится, очень люблю. Так, Максимка как-то меня очень уговорил, сказал, что мне это очень надо, вон на такие сережки. Вот такие гитарки. Ну, так они ему понравились. Говорит, мама, ну давай, ну купи. Ну, раза два я их, наверное, даже одела. Намазала кремом руки, гляжу, это крем не размазала до конца. Так, из сережек. Ну, вы знаете, уже вот эти пора выкидывать. Вот такие вот еще есть.
сережечки. Ну, их можно не выкидывать, просто швензу поменять. Видите, она сама сережка ничего ей не сделала, а швенза улетела. Вот она. Потеряла цвет, не хочет показывать некрасивый свой. Видите, сбежала. Стала как под серебро. Поэтому нужно на желтенькую поменять. В принципе, можно еще поносить. Вот такие вот. Так, что у меня еще из сережек? Сейчас. Тут у меня уже комплекты пошли. Так, Вейван тоже сейчас сразу покажу оптом. Вот такие. Так. Шарики. Ну, все знают, да, вот спереди ушко идет вот маленький шарик, а сзади ушко большой. Вот такие вот сережки. Они шли комплектом, прямо вот все вместе. В Китае тоже заказывала вот такие серьги. Они, мама моя заказывала таких много, и вот у нее они в разных цветах. То есть камни розовые, голубые, ну красивые. Это тоже, кстати, ее, это я стянула. И не вернула еще. Так, еще у меня есть висюльки вот такие. Сейчас, в каких-то роликах я в них даже сидела. Вообще копеечные были гвоздики. Но так они мне понравились. В Китае тоже брала. Есть из гвоздиков вот такие пчелки. Из гвоздиков вот такие сердечки. Это очень дешево, это тоже все на Алиэкспресс. Снова повторюсь, ссылки не даю, потому что все это куплено давно. Во второй части показывала дельфинов в подвеске. И говорила, что у меня есть дельфины такие. Так, сейчас я их повешу. Вот, гвоздики, видите, один вниз смотрит, другой вверх. Вот так. И в ушках смотрятся вот так же. Только я их сейчас в разные стороны. На самом деле их надо местами поменять. Правый с левым. Чтобы они на лицо смотрели оба. Вот. Люблю их. Хотя они темнеют. Недолго им осталось. Еще тоже вот по типу тех шариков. Вот такие есть серьги. То есть маленький в ушко идет гвоздик. А затычечка сама, заглушечка, да, правильно, если сказать, вот, видите, идет с большим шариком. И снизу под мочкой ушка выглядывает уже вот второй шарик. В общем, вот такие. Дальше. Есть такие вот посеребренные. Тоже показывала браслет один, только браслет у меня разноцветные стразинки, вот эти вот камушки. Видите, там в каждом кубике есть белый камушек. Вот. А в браслете у меня они разноцветные. Но все равно я ношу вот с этими серьгами тот браслет. Так, еще одни гвоздички. Это вот такие бантики. Это все к ним пары. Ну и вот такие малюсенькие совсем бабочки. Когда ничего особо не хочется, чтобы висело, особенно зимой, тогда что-то такое. Вот это. С моего телефона украшение тут тоже оказалось. Ладно, покажу. Ну и самые главные сережечки, гвоздички, это которые мне прокалывали ушки. Лет 5 назад я дико захотела носить серьги и проколола себе ушки. И вот за 5 лет все это вот у меня собралось. До этого у меня ушки были не проколоты. И вообще я не любила ни бижутерию. Как-то вот была равнодушна ко всему этому. Так, и последнее покажу. А, вот еще у меня тут вот кое-что. Сейчас покажу. Вот. Вот такое тоже посеребренное колье или подвеска. Есть цепочка, не знаю, как это называется. Видите, тут ключик и вот такое сердечко со стразами. И к нему вот такие сережки. Даже и еще вот такие посеребренные сережки. Они смотрят. В общем, вот так. Вот. Остановись. Красивые вот эти. Я их не часто, конечно, ношу, но ношу. Даже брошку нашла. Это мамина брошка. Она на пальто носила. Такая цапля.
Так, теперь, наверное, комплекты покажу от Avon. Я все по-быстрому стараюсь. Вот такой комплект. Это я все в распродажах уже брала, когда они становились дешевыми. Но смотрится очень красиво. Вот в Avon бижутерию я очень люблю. Так, сюда. Вот этот интересный комплект. Уже под желтый металл, под золото, а-ля золото, да. Цепочка. Браслет. Вот такой. И а серьги у меня где-то в другом месте. Видимо, я не все принесла. Шкатулочки. Это отдельно вот такая была. Очень симпатично тоже на шее смотрится. Подвесочка. Так, и еще один комплект. Вот такой. Он красив тем, что сам кулон больше. Подвесочки не одинакового размера. Детей, сережки. Тоже вот рублей 150 был весь комплект. Было время, вот когда можно было купить вот так недорого. Так, и показывала, когда я в первой части колечки. Вот такое колечко мне присылала Наташа Черных. И оно было вот с такой подвеской. Натуль, привет тебе огромный и огромное спасибо. Ношу, потому что я люблю такой стиль. Посмотрите, как красиво. Смотрится очень оригинально. Наташа сделала сама. Как вот я показывала от Кати Потяковой тоже украшение, которое она сделала своими руками. Обожаю все, что сделано своими руками. Так, и еще от Avon у меня есть, как и у многих, вот этот вот «Королева ночи», кажется, называется. Вот этот вот набор. Это колечко. Вот такие серьги-гвоздики. Ну, когда весь набор, конечно, как королева. Вот такой браслет. Ну, на мой взгляд, вообще такие объемные вещи все вместе носить, ну, как-то излишне. Если и серьги, и колье, и браслет, как-то, мне кажется, очень многовато. Я разбавляла бы. Вот если, опять же, я ни разу это не одела все вместе, ну, по отдельности неплохо. Вот такой красивый браслет, комплект. Все, я вот так вот очень-очень быстро проскакала. Вот такая еще у меня тут сережка-гвоздик. Видимо, я там на полке забыла вторую. Ну, покажу. Он тоже интересно так болтается. Под черно-белую одежду, когда черная юбка, белая блузка. Я люблю вот такие вот серьги. Все, вот так вот я быстро вам все показала. Шкатулки мои все пустые. Очень много сережек я показывала вместе с браслетами, с колье, которые подходили по тематике к ним. Своими руками, которые я делала, тоже все в первой и во второй части. Спасибо всем за внимание. Спасибо всем, кто был со мной, кто посмотрел на мою коллекцию. Девчонки, показывайте свои коллекции. Это действительно интересно. И всем пока!